В регионе завершилась оперативно-профилактическая операция «Оружие». За месяц ее проведения сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии проверили около 2500 мест хранения оружия – физических и юридических лиц. По итогам совместных рейдов правоохранители возбудили 9 уголовных дел по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия. Составили 126 административных протоколов, изъяли более 90 единиц гражданского оружия. Выявленным нарушителям грозят серьезные штрафы. И не только. В рамках административного законодательства за незаконное хранение, статья 20.8, часть 6, предусмотрена ответственность от 3 до 5 тысяч с конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток, также с конфискацией оружия. Проверки владельцев оружия будут проводиться также на постоянной основе в течение года.